Привет путешественникам! Сегодня прогуляемся по пятизвездочному отелю Mavenpick Soma Bay в Египте. Новый Mavenpick Resort Soma Bay раскинулся на 15 гектарах ландшафтного парка вдоль белых песчаных пляжей на берегу Красного моря. Он находится всего в 45 километрах к югу от Хугарды и является одним из лучших отелей региона. В этом отеле, который отлично подойдет для семейного отдыха, достаточно большие чистые номера. Небольшой балкон с прекрасным видом на море и бассейн. Есть сейф, чайник, чайные принадлежности, в мини-баре питьевая вода, которая меняется каждый день. Песчаный египетский пляж чистый и ухоженный. Здесь очень комфортно загорать, заниматься водными видами спорта или просто плавать. Территория отеля Mavenpick Soma Bay довольно большая и очень ухоженная, все красиво оформлено. Здесь полно зелени, что добавляет уюта и комфорта этому месту. На территории есть несколько бассейнов, баров, два ресторана по меню. Для любителей заниматься спортом на отдыхе есть фитнес-клуб. Он небольшой, но есть все необходимое, весь инвентарь достаточно свежий. Кстати, сейчас в этом отеле есть интересные предложения. Если интересуетесь подробностями отдыха в Египте, переходите в описание под видео и оставляйте заявки нашим менеджерам. Питание в основном ресторане хорошее и вкусное. В особенности по вкусу нам пришлись завтраки, но есть один маленький минус. Меню здесь не очень разнообразное. В целом это абсолютно очаровательный курорт Красного моря в Soma Bay, который придется по вкусу как туристам, отдыхающим с семьей, так и тем, кто любит с комфортом проводить время в теплых странах. Если вам понравился этот отель, ставьте лайк, а если хотите быть в курсе новостей из мира туризма, подписывайтесь на канал и смотрите больше наших видео.